Мобильное приложение для общественного контроля сферы ЖКХ и браслеты жизни – это лишь часть проектов, которые предложила инициативная молодежь Тюмени на кейс-сессии IT-технологии. Это уже третья встреча в рамках областной программы «Команда развития региона». Участники кейс-сессии определили наиболее актуальные вопросы сферы IT-региона, а затем вместе с представителями местной власти, бизнеса и науки разработали готовые проекты. Были у нас случаи, когда эксперты очень заинтересовывались либо отдельными проектами, либо отдельными личностями. То есть прям спрашивали, а дайте нам, пожалуйста, номера телефонов, мы пригласим к себе на собеседование. Потому что у человека действительно хорошие мысли, и мы готовы в рамках нашей деятельности на предприятии проводить данный проект. Напомним, принять участие в проекте могут молодые люди в возрасте от 14 до 30 лет.